Там это, там была метафора, то, что анальный секс, музыкальная установка, короче. И то, что у людей нетрадиционной ориентации, она ломается. Блин. Тут мне больше нечего, по-моему, добавить в этом сцене. Здравствуйте, моему другу нужна помощь. У него гонорея появилась неожиданно. Неожиданно. Ну, это Саша, да, 18 лет уже. Твои родители этот ролик не посмотрят. Ах ты тварь, я вижу название сервера. Александр, если ты вдруг потерялся в названиях сервера, то Саша Стропон — это наш сервер. Ну, я тебе Стропон засунул в одно место, да. Я должен был подобрать название, которое, знаешь, как-то отличалось от других. Саш, ты видишь, что сзади тебя происходит? После того, как ты зашел в постел, в городе объявили чрезвычайное положение и призвали военных. Что ты можешь сказать в свое оправдание, мальчик? Так, это новый социальный эксперимент. Ну, давай, ну-ка. Ну, Саш, в своем репертуаре... А чё он не стреляет по тебе, я не понял. Блин, только Саша мог поджечь человека, чтобы еще и поджечь себя при этом. Блин, Саш, ты помочился? Да. Ой, дура. Тебе повезет, если нас сейчас не отправят лечить гонорею. Гонорея, ACDC. Никто сейчас не поймет этой шутки. Ну да ладно. О! Это что еще такое? Спасибо, братан, за подгон. Сань! Ой. Это Postal 2. Нет, это Postal 4. Но это четвертая серия, по сути. Ну, люди не ждали, люди не ждут, люди смотреть не будут. Но мы же должны допройти его, мы же, блин, нормальные ребята. Мы нормальные ребята, а кто не будет смотреть, я того заблокирую. Оф, ну, слушай, это очень жестко. Это твои любимые эти, во имя Аллаха. Шел, а етал... Это ты раскинул? Да. Кот Александр, каково это выйти из подвала спустя почти месяц? Нормально. Нормально? Ну, хорошо. Не почувствовал. Но я вижу, ты прям разбегался по всем хатам чисто уже в этой игре. Как давно я не видел открытый мир. О, дивный новый мир. Это Aldous Huxley, это вообще антиутопия. Александр, про что нельзя забывать на этой серии? Лайк, подписка, колокольчик и комментарий. Вот, правильно. А теперь зачитайте какой-нибудь отрывок Пелевина, потому что это образовательный ролик. 108 о музыке. Так. Я не буду его читать. Не-не, ты зачитай, но я, естественно, обрежу слово вот это. Там это, там была метафора, то, что анальный секс — это музыкальная установка, короче. И то, что у людей нетрадиционной ориентации, она ломается. Блин. Это Пелевин. Мне больше нечего, по-моему, добавить в этом случае. Мне в этом случае нечего добавить. Что за аниме, Саш? Где аниме? Так вон, смотри, на билборде. Ай, да... Да в смысле? Да почему они нападают? Так у меня хп нет, Саша! Так. Саша, у меня и так 4 хп, за что? Я забыл, как переключать. Ой, ну лучше бы ты в подвале сидел. Я не хочу. Я не хочу. О, нормально, стреляйте по нему, у него хп полное. О, все, потрясающе. Слушай, кстати, вот хочешь прикол? Сколько я не туда пошел. Сколько постелу лет? Лет 15 уже? Я первый раз сейчас вот в этой локации был с Айталой вот этим. Нет, мы все правильно идем. Тут как раз, по-моему, переход к дяде Дэйву должен быть. Это джекпот называется. Что ты с ним будешь делать? Ну-ка. Так. Ну что тут сказать? Джекпот! Только что увидели лучший стелс-экшен в истории человечества. Могу, умею, практикую. На самом деле, это именно Саня придумал концепт к Metal Gear Solid. Еще до того, как родился, конечно. Стой! Я хотел направление прочитать. Смотрите, вот это осада частного дома Сережи, когда он не выкладывает Postal 2. О, нет, это тогда уже это Dark Souls 2 рандомайзер. Слушай, ну давай дадим спойлер для тех людей, которые смотрят. Мы не фанатики. Ну мы нашли кооп-мод на МВ2. И Саня нашел кооп-мод на Need for Speed Most Wanted, господи. Да там, по-моему, вообще онлайн-мод. Да я не люблю Most Wanted. Там этот большой... Как его там этот, Биглу, да?
Беглу. Мы еще не записываем CSGO вдвоем. Не надо гореть. CSGO вдвоем. Ну, да, если люди попросят, мы можем и CSGO на двоих записать. Все, Сань, можешь не париться, я нашел дядю Дэйва, я дал ему подарок. Все, мы все сделали. Молодец. Ой, Саша! Ты все-таки поссал! Ой, блин! У меня теперь базука есть. Саш, так ты поссал, зачем? Потому что я горел. Ну мне теперь надо с тобой идти в больницу из-за этого. Пошли. Да ладно. Угу. Мне гранату закинули прямо в комнату. Пока. Вот это раскид. Я ненавижу постал. Нет, ладно, я люблю, конечно, постал 2, но... Ну такое себе. Саш! Ну дядь Дэйва мы убили. Хотя и подарок ему отдали вроде. А, фиг с ним. Что у нас дальше по плану? По-моему, генератор, да? Да, дегенератор, по-моему. Блин, ты такой умный! Ты показывай, куда идти, потому что у меня карты-то нет. А, нет, нам больница ближе всего. А, пойдем в больницу. Так мы из-за тебя туда идем. Здравствуйте, моему другу нужна помощь. У него гонорея появилась неожиданно. Неожиданно? Ну, это Саша, да, 18 лет уже гонорея. Надеюсь, твои родители этот ролик не посмотрят. Чисто Саша нифига не понимает, что надо делать. Нет, у меня просто кацеда. Видишь, там показано мочиться сюда. Да, я вижу. Ну давай. Ты не умеешь. Это у тебя гонорея, так что мочись ты. Как, у меня с Саимом все плохо. У тебя в жизни так же плохо с Саим? Нет. В жизни нет, а в контре да. Понял. Выпей таблетоз. Во, молодец. Ну все, осталось всего-то этот генератор и это... В постал, соответственно, поиграть. Закладка. Да, закладочки остались. Александр. Ой. На какое авто нам нужен генератор-то? На твой Запорожец. Уф. Но я, правда, не шарю в этом вообще, поэтому как скажешь. Я тоже. По одной серии постала мы же выяснили, что ты сын депутата. Ой, это в GTA 5 мы выяснили, господи. В постале тоже. Да? Ну вот, ты же сын депутата, поэтому, соответственно, у тебя там припарковано все только самое лучшее. Не понял. Саня! Ай, Саня! Они на меня накинулись теперь из-за тебя. Меня за что? Я только вылечился. А, я-то не вылечился, блин. Это ж ты только вылечился. Ой, Саша. Все очень плохо. Я вас понял. Я гений. Ты что делал? Я с ракетницы пальнул в собаку, чтобы тебя спасти. В итоге я сам себя подорвал. Только зачем тут женщина сама себя сожгла, я не понял. Может, это какой-то обряд был, я не... Ракетницу. Это какой-то обряд был, я не знаю. Это был дебютный альбом Rage Against the Machine. О, господи. Эту шутку никто не поймет. В этом-то и прикол. Ну где твой генератор-то? Дегенератор? А? Ну да. Нет, а вот же он. Вот и все, Саш. Какие проблемы? А, подожди, а чё? В смысле? А чё за катсцена? А-а-а, псины вырвались наружу, точно. Зашибись. Зашибись. Где моя ракетница? Так, где моя ракетница? Саша, я тебя спасу от этих псин несчастных. Вот так. Это я их всех убил? Да. Какой я ужасный человек. Ладно, пойдем. Плохо. О, господи. Тут только что собака под пресс упала. Я не виноват. Нормально. Ты, ты после второго постола уволен, кстати. Пососи. А, подожди, это коты, которые... А, да. Коты, короче, превратились в этих, ну, в ураганов, ты понял? А. В пилу, в циркулярку, о господи. Они разве не в апокалипсисе? Они, да, они как бы должны в субботу такими стать, но почему-то они стали в пятницу такими. Опять игру сломал. Да, это уже просто классика, я считаю. Назови мне трех лучших актеров за последние тысячелетия. А я их по именам не запоминаю. Ну ка ты по фамилиям скажи. По фамилиям тем более. Ну, по отчеству. Ну, у них что, отца нет, что ли? А на Западе практикуют отчество? Не знаю. Наверное, нет. По-моему, нет. А я ничего не трогаю, по мне не стреляю. То есть ты считаешь, что лучший актер это Тимур Батрутдинов? Ой, блин, ну самое время идти на почту. Ну, я чувствую... Да и... Идите в жопу, да... Почему? Почему их так много? Произошла етала. Произошла полная етала, у меня 2 хп осталось. Ну иди тогда договаривайся, ты у тебя день... Стой! На, возьми мою, и иди договаривайся, ты же сын депутата. Бомбу с говном.
Это простая бомба. Такие дела. Это сделал Саня. А меня за что? Так, ну? Ну, за соучастие. А какой соучастие? Я не виноват. Это он договаривался. Они что-то, надеюсь, не спавнятся бесконечно. Просто лжекривая игра. Ой. Между прочим, кстати, у меня все еще гонорея. Я туда кинул молотов, ты по нему пошел. Ой, 1001 способ убить меня в постеле сегодня. Нормально взял, киданул меня. Ай-яй-яй, тихо-тихо. Да... Что это такое? Я хожу по карте. Так а меня тут посыльные дерут в это время. Меня тоже. Так неправда. Ну ты думал, это все? Так, господи. Отойди, отойди, отойди. Куда, куда отходить-то? А, все. А, ну да. У меня просто 5 хп было, сейчас будет 30. Опять караул? Да господи! Искусственный интеллект в постеле охрененен. Просто он караулит тебя каждый раз, когда ты поднимаешь товарища. Все, нам осталось только склад пройти, но мы его, наверное, не пройдем. А, ой! Окей, я убил собственный работник, я понял. А ты где? Я это у входа сдох. Как? А, ты зарашил, что ли? Да-да-да. А если я сейчас умру? Девочки, не убивайте, я очень долго шел сюда. Спасибо. Все. Приятного вам дня. Вот он стоит, смотрите на него. Ай! Так ты че не сказал, что тебя опять караулят? Эх, Саша! Я не смотрел туда. У тебя тут гачи-мучи просто. Из этой серии мы узнали... Я весь хейт в мою сторону от тебя нарежу в этой серии, и все увидят, как ты меня ненавидишь просто. Ты даже меня в этот раз привел на засаду эту посыльную, почтальоновскую. Я после этой серии, я на почту не пойду. Не знаю, месяца два не буду на почту России ходить просто. В почту России. Так а чё, а всё? Ну, в итоге, видишь, газетная вырезка, типа, о господи, они наконец-то закончили второй постел, и подписчики могут спать спокойно. А, собственно, сейчас появится вполне резонный вопрос. Что с Апокалипс Викендом? А мы предупреждали, что Апокалипс Викенд — это дресня полная. Нет, мы предупреждали, если будет 20 тысяч человек... Что меня убило? Саш, меня бесит эта серия в постеле уже. Беги. Меня все убивают, меня все убивает. Ладно. А, так вот, Апокалипс Викенда не будет, потому что на самом деле я считаю это очень плохое дополнение. Сейчас сдохну. Оно какое-то нелогичное. О, господи, я тебя подниму. Оно какое-то нелогичное, оно какое-то не особо интересное. Надеюсь, ты, кстати, догадался, почему мы выполнили почту в последнюю очередь? Да. Почему? Начинается убийство фанатов Оуджи Будда. Нет. Потому что от почты до дома ближе всех идти. Стой. Ну, моя версия интереснее. Ну да. У меня, кажется, трибл от трубки здоровья. И она меня торкнула в конце. Саша, ты где? Я не справлюсь. Все, это последний поворот до дома. Саша, мимик, эта женщина набросилась. Я сдох. Ты сдох. Ну, сейчас я, может, добегу, подожди. Да, я это сделал. Скажите, что это концовка, я вас умоляю. Я устал. О, да, мы прошли постел 2. В этой серии ты просто ненавидишь меня. Саш. Ой. Ну так финальный вердикт. Ну, во-первых, мы игру прошли. Теперь у нас есть Most Wanted в коопе и МВ2 компания в коопе. То есть целых два варианта для подписчиков. Только есть один вопрос. Обзор на кооп в постеле 2, раз уж мы его полностью прошли, что ты думаешь-то по этому поводу? Хороший мод, в принципе. То есть это не важно, что неделю назад ты орал, какой автор идиот и сломал тебе игру. Да. Ты такое быдло. С тобой общаюсь, у тебя набрался. Я тебя ненавижу. И я тебя тоже. Ну тогда услышимся в МВ2 или в Most Wanted? Да. Ну все тогда, до встречи, дружище. До встречи. Ой, Саша! Всем удачи! Всем пока!